Каждый человек, что желает мне зла, за это заплатит. Я отдам все, что у меня есть. Но человек заплатит за то, что желал мне зла. Боже, такой это бред. Ну за что, типа? Цифры ударили в голову. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу, понимаешь? Меня отвернулись все, потому что вы все лицемеры. У вас у всех в голове ровно то же самое, что у меня. Ровно то же самое. Но вы никогда это не признаете, потому что вас за это схавает общество. Не, потому что мы просто адекватные люди. У нас есть мозги. Да. Да, одно дело думать о чем-то, а другое дело делать, блядь. Понимаешь? Алишер свое даже паблике, потому что высказывалось тоже на весь этот счет, он говорил, что типа такой открытый манипулятор. Блин, правда, он прав. А я ему говорила, нет, он был хороший. Я такая тупая. Блин, капец. Я не могу контролировать себя, у него не могу простить. Мне так больно. Мне так больно потерять человека, которого люблю, смириться со всей этой хуйней. И честно, я ее люблю до сих пор, прям в эту секунду, что я говорю, я ее люблю, но я обязан теперь говорить в прошедшем времени. У меня ничего с ним не получится. Я злодей, у злодеев не бывает хороших концов. Никакого хэппи-энда не будет. Мы расходимся навсегда. Она будет счастлива рядом с другим, более адекватным человеком.